Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Я исследователь» уже стал традиционным. Он привлекает юных славянцев возможностью как можно раньше прикоснуться к миру науки и сделать первые шаги на этом нелегком, но очень интересном пути. Можно ли научными исследованиями заниматься с самого раннего возраста? Для школьников младших классов всего Славянского района положительный ответ на этот вопрос очевиден. Юные почемучки, так называют детей, которые задают очень много вопросов взрослым, пытаются не просто получить готовую информацию, но и самим найти ответы на интересующие их вопросы и изобрести что-то новое. И им это удается. По результатам муниципального этапа дети проходят... не все самые лучшие работы по рекомендации членов жюри. Дети проходят на региональный этап, который проходит в городе Сочи. Изначально так планировалось, что в этом конкурсе «Я исследователь» могут принимать участие школьники 1-4 классов. Возрастная категория от 7 до 11 лет. Конкурс проходит в 4 номинациях. В каждой из этих секций дети могут представить свои работы, исследования, которые они проводили в течение учебного года. На этапе отбора было отсмотрено 45 проектов, и только 34 лучших работы были допущены к публичной защите. Ребята представили свои проекты в 4 номинациях: физика, математика и техника, гуманитарная секция, естественно-научная живая природа и естественно-научная неживая природа. Научные труды юных исследователей оценивает авторитетное жюри с тем, чтобы определить лучших. На конкурсе собрались сегодня очень талантливые ребята, которые развиты и творчески, которые занимаются познавательной деятельностью, научной деятельностью, делают свои маленькие, но уже открытия. Вот. Я считаю, что такие конкурсы обязательно нужно проводить для того, чтобы ребята могли себя проявлять, да, проявлять свой талант, свою неординарность, и заниматься уже с таких юных лет научно-исследовательской деятельностью. Уровень и глубина исследований, творческий подход и масштаб проектов муниципального этапа конкурса приятно удивляют. Ребята ставят перед собой серьезные задачи и стараются их решить. Во время защиты своих работ участникам конкурса задают вопросы, чтобы они наиболее полно раскрыли свою тему. Учащиеся из первого лицея Лев Гупала и Степан Левченко очень заинтересовались всем, что связано с моделями машин, и на практике изучили их свойства. Мне интересно создавать разные модели, электросхемы, разные приборы из Лего. Мы пытались понять, зачем нужны разные колеса, для чего нужен привод, что такое внедорожник. Ученик 7-й школы Иван Тимошков попытался сделать то, что под силу далеко не всякому художнику – изобрести свои краски из натуральных продуктов. Акварель я сделал по совету мамы, потому что она тоже любит рисовать красками, и акварель – это ее любимая краска. Я сделал ее из свеклы, гранатовых зерен, петрушки, и еще а в качестве связующего вещества я взял мед. Я узнала, что краски можно изготовить в домашних условиях, но они чуть-чуть будут отличаться от магазинных. Лучшие исследовательские проекты муниципального этапа 16-го регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов будут представлены от Славянского района на краевом этапе конкурса в Сочи. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».